Поздравляю тебя с днем рождения! Желаю счастья и здоровья! Спасибо! А ты желание загадала? Да. Да? Ты так быстро успела? Да. Ну давай откусывай тогда его. Он красивый. Наверное. Такой же красивый, как ты. Держи. Может, еще раз зажечь тебя? Загадаешь еще что-то? Давай? Давай. Ура, у меня день рождения! Так, давай загадывай еще раз желание. Ура! Ура! Ну, давай откусывай тортик. Откусишь? Я думала, ты так откусишь его, так? Так, и подарок. Та-да-там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 . Там не видно, там тарелочки. Там вон. Была еще какая-то Лада, что телефон? Не знаю. Ты думаешь, что телефон? Да. Режь там дальше. Ух ты! Фиолетовый радужный. Да. А ну, открывай его. Большой, конечно. Больше, чем твоя голова. Зато сияет. Я вижу уже радужные полоски на нем. Покажи. Покажи ближе. Вот. Да, он прям так переливается. Как выключить? Зарядить? Если его телефончик, то как его... Начинается процесс. Пока вырезала такая надпись, что будет? Это, по идее, Xiaomi? Нет, это Samsung. Ух, да, какой красивый. Да, в этом году вышел. Очень красивый. Вау, какая красивая штука. Заставка. Каролина, ты счастлива? Да, конечно. Я понимаю, зачем мне... Да кто мне пишет? Я не понимаю, зачем мне Netflix. Спасибо, мама, ты самая лучшая на свете. Да, спасибо маме и папе, надо папе тоже. Коновилки у тебя шарики? Посмотри на шарик. Вау. А сзади который? Что на нем написано? 8 лет Каролине, а тут все обычные такие. Угу. А там? Вон еще платьечко справа. Да, обожаю тебя. Так, у меня сегодня день рождения. Я буду главной. И у меня будет очень много денег на подарков. Ну да, мы сказали всем конверты нести. Ты ждешь ресторана? Да.
имениннице. Мама имениннице. Здрасте, здрасте, здрасте. Какие вы все красивые. Это мы дадим, чтобы не это мне. Это тебе. Да, да. Это маме за то, что родила такую Каролине красивую виду. Вот. Красавицы. Так, сойдемте. Да, хорошая, красивая девочка. Самая красивая. Самая красивая моя внучка. Моя правнученька, моя сонечко родное, моя спасибо. Самая золотое. Спасибо. Ты самая-самая-самая красивая, самая умная. Наши бабушки спасибо. И прабабушки. Да. Бабушка Инна. Да. Это бабушка Саша. Да. Это та, которая умная и красивая. А это именинница. Идем, а это наша бабушка Рая, прабабушка. Какое красивое платье. Покажи мне подачи. И сколько бабушка Рая там побежит? 3000. 4000. 4000. Что нужно сказать? Спасибо. На здоровье. Ты нам, сыны, что-то подкинешь потом? На юбочку. Мне на память. Да? Тебе что надо? Скажи, мне помочь. Скажи, я рада была. Нужна, да? А мне надо я еще не придумала. Я еще не придумала. Ты же знаешь, какую тебе надо? 111. Читай. Опытов для детей. 111 опытов для детей. И тут конвертик. Ты что-то... А в конвертике? Опять нам денежка. Опять нам с Инной, да? Да. Ну, как это, кот Базилио и Лиса Алиса. Замечательная книга. Книга замечательная. Очень много полезного. Так. И там? Давай. Давай. На сколько нам рассчитывать? На сколько? Одна пятьдесятка. Там написано что? Евро. Одна пятьдесятка. У тебя водочка будет? Да. Тебе машина. А в машину подушечка. Открывай и конвертик на твой подарок, который ты собираешь. Да? Конечно. Ну, мы уже знаем, что ты собираешь на телефон. Правда? Да. Я подумаю. Ты подумаешь? Подумаешь. Ты да. Же читай, от кого это? Это от бабушки Илы. Правильно. Смотри, опа. Это... 100 баксов. Боже, ты такая богатая. Да, я такая. Так, ложим мой маленький кошелек. 100 долларов и 50 евро. Богачка. Миллионерша прям. Это подарки. На здоровье. Подушка такая мягкая. Это в машине. Это в машине. Палочка. Да, нравится тебе? Да, очень классно. Я нажала. Ваше вино вот здесь. Я же говорила, что я не приду. Верно, аккуратно. Спасибо. Здравствуйте. Красивый цветочек. Ну как, барышни должны привыкать с детства получать цветочки, как мне кажется. Правда же ведь? Открываешь. Вау. Меня уже обнимали. Вообще, на самом деле, очень хорошо, что у них есть такая возможность. Боже, какие вы красивые! Поздравляю! Королиша! Спасибо! Дайте поцелую! Спасибо. Ой, это мама. Какие же вы красивые.
какая красота. И шляпка. Боже. Птица, сова. А как звали мою птицу? Почти прилетели! Остается 10 секунд! Ускоряемся! 9! 8! Ира, летите! Ира, давайте! 5! 4! 3! Ира, давайте, давайте, давайте! 1! Ира, закроется! Ира, давайте, давайте! Или узнаем, или не узнаем про все запретные заклинания. Чтобы начать учиться, нам нужно что сделать? Живость и безупречность. Ваше второе имя. Слизерин. Да плащик под цвет своей будет этой. В Слизерине учатся самые сильные волшебники, дорогие. Остроумие. Ваше второе имя. А также необычный склад ума. Куда же определить? Да! Как ты врал? Как ты врал? Кажется, нет. Готовы? Да. Я вижу в вашей душе отвагу. Талант определенно есть. Разумеется, знаю. Гриффиндор. Для того, чтобы продолжить обучение, о котором мы с вами говорили, вам понадобится волшебный стол. Я знаю, какие они очень волшебные. Нам надо делать заклинания. Правильно, все, стоп. И туда уходим, кругом уходим. Я уже шляпку одевали. Стоп! Молодцы. Итак, волшебным образом. Все, хватит, пускай ручку. Волшебным образом волшебная палочка и... заклинатель связывают друг с друга. У кого-то это может быть холод, у кого-то это может быть тепло, а кого-то может щекотать за пальчики. Возле руки. Как только вы ее почувствуете, берите ее. И она будет с вами, и верно будет вам служить. Холодный вам. Холодная была? Да, не подошла. Вот, все получается. Теплая. Нина, уже бери, что есть. Мне надо самое лучшее. Правильно. Самое маленькое. Зато самое удаленькое. Мужчина... А теперь беги с собой маму! Все, Кутина! 2, 3! 3! Давай, давай, Лиза! Следующая. Варя, можно я? А вопросы можно?
Цветочки радуют глаз. Посмотрите, какие они красивые, как они пахнут. Бомба. Меня их только что еще подстригла. Конечно, шарик был побольше размером, что они подсдулись немножко. Какая же красота. Спасибо большое всем.